В новогоднюю ночь главные торжества пройдут, как всегда, на площади Победы. Для того, чтобы обеспечить безопасность рязанцев, у главной елки города будут нести дежурство, оснащенные специальным оборудованием, полицейские. Блюстители правопорядка не позволят пронести на территорию площади алкогольные напитки, оружие, пиротехнические изделия и другие запрещенные предметы. Все вы знаете, что 31-го будет основная елка на площади Победы. Предварительно будут обследованы все места на предмет обнаружения взрывоопасных и взрывчатых веществ с помощью применения технических средств и собак инженерно-техническим отделением ОМОН. На площади Победы 31-го будут установлены фильтрационные пункты, где сотрудники будут досматривать граждан на предмет проноса запрещенных предметов. Так что обращаюсь к гражданам города Рязани, не пытайтесь пронести запрещенные предметы, это алкогольные напитки, петарды, пиротехнические изделия. В новогоднюю ночь не перестает действовать закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в позднее время в общественных местах без сопровождения родителей. Во время всех новогодних праздников в местах массового скопления людей в городах и населенных пунктах Рязанской области полицейские существенно усилят меры по охране общественного порядка. Кроме сотрудников полиции в форме, службу по охране общественного правопорядка будут нести и сотрудники в гражданской форме одежды.